две недели назад в Киеве состоялась коллегия, расширенная коллегия МВД с участием премьер-министра, народных депутатов, министра, главы национальной полиции, на котором была поставлена задача руководством страны на усиление борьбы с преступностью, при том наведение порядка в кратчайшие сроки, максимально кратчайшие сроки, которые могут быть. Поэтому руководством национальной полиции было принято провести отработку оперативно-профилактическую всех регионов Украины, в том числе Днепропетровск. Ну, как один из, на данный момент, самый крупный, может быть, там, Киев, Киевская область, регион страны, и который, к сожалению, дает значительное количество совершенных преступлений, но в том числе и самое значительное количество раскрытых преступлений. Поэтому было подготовлен руководством национальной полиции график, соответствующие распорядительные документы, и согласно наказу главы нацполиции, такая отработка Украины стартовала. В Днепропетровской области она стартовала с 1 ноября и будет продолжаться до конца месяца. Практически ее этап начат вчера. За вчера по области имеется задержание, раскрытие разбойного нападения жестокого, сопряженного с насилием. Преступник задержан, с ним проводятся определенные мероприятия. Раскрыто ряд преступлений, связанных с наркотиками, и изъято значительное количество там, в килограммах наркотических средств. Тоже, что как бы есть. Кроме этого, за прошедшие сутки соответствующими службами проверяются граждане, которые имеют разрешение на ношение оружия, хранение оружия. И это тоже немаловажный момент. Ну, к сожалению, не все правильно понимают то, что ему разрешено владеть определенным количеством оружия. И вот те проверки первые, даже которые уже проводятся, во-первых, порядок хранения не соответствует, во-вторых, к одному разрешенному оружию товарищ позволяет себе хранить не совсем то, что необходимо, и так далее. Поэтому из этих маленьких, невидных, на первый взгляд, моментов в результате получается там серьезный арсенал сброи вылучается, и соответственно уменьшается возможность их применения на улицах и для совершения преступлений. Отработка не будет касаться только улицы. Отработка ведется всеми подразделениями, которые имеются в полиции, в том числе и службой защиты экономики, подразделениями БНОН, киберполиции и так далее. За прошедшие сутки есть результаты работы управления защиты экономики совместно со следствием Главного управления. Один из чиновников Днепропетровской области задержан на взятке, задокументировано, и готовятся материалы для передачи в суд. Точно так же киберполиция наша выявила группу мошенников. Знаете, какой-то бич на данный момент. То же самое со следствием они отрабатывают, и материалы будут готовиться передаваться в суд. То есть все подразделения, которые работают в национальной полиции, принимают участие и базируются в городе Днепропетровске, Днепропетровской области.